Прежде чем приступить к работе, на заседании отметили наиболее активных общественников. Первый вице-губернатор Олег Иванов и председатель палаты Владимир Пеньков вручили им благодарственные письма. Главным же вопросом повестки стала реализация демографической политики региона. Прогнозируется, что в ближайшие годы в Тамбовской области снизится численность населения ниже 1 миллиона человек. Это объективный фактор, который связан прежде всего с структурой населения, прежде всего с позициями, которые связаны с тем, что у нас недостаточное количество женщин фертильного возраста. Но мы понимаем, что если бы органами власти, местного самоуправления, институтами гражданского общества не предпринималось никаких мер в рамках проекта «Демография», то ситуация могла бы быть значительно хуже. Как считают общественники, говорить о решении демографических проблем без внимания к системе здравоохранения практически невозможно. Так предложено расширить программы «Земский доктор» и «Земский фельдшер», увеличив размер субсидий для их участников. Кроме того, сегодня стоит не забывать заботиться о здоровье школьников. Говоря о повышении качества жизни населения, на заседании отметили актуальность темы обеспечения доступных цен на продукты питания.